Якутию с дружеским визитом посетила спортивная делегация Республики Аджария. Делегаты подписали соглашение о сотрудничестве Олимпийского совета Якутии и Олимпийского комитета Грузинской Республики. Василий Посельский продолжит. Предметом соглашения явилась совместная деятельность по развитию физической культуры и спорта, вовлечение большего количества людей в регулярные занятия физкультурой и спортом, пропаганда спорта. Также предусмотрены разработка комплекса мер, направленных на стимулирование интереса к спорту, организация и проведение соревнований. Интерес вызывает обеспечение подготовки сборных команд Якутии и Аджарии к участию в чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Почему мы подписываем сегодня соглашение, да? Сейчас мы думаем о создании нашей базы везде. Вот. У нас и деньги будут появляться, спонсоры хорошие уже есть. Соглашение предусматривает обмен опытом и обобщение положительных результатов совместной деятельности при взаимной подготовке спортсменов, содействие в создании материально-технических, организационных и методических условий. Будут проведены консультации, встречи, переговоры, заседания, семинары и мероприятия. Поэтому вот такие соглашения дают право на дальнейшее взаимодействие, развитие наших спортсменов и развитие физической культуры и спорта. Соглашение послужит очередным этапом развития физической культуры и спорта в республике. Василий Посельский, НВК Саха, Якутск.